Что же происходит в этой частной школе мажоров? Вдруг там замок в пригороде, дорогие тачки на парковке, шикарная школьная форма и невероятных размеров банкетный зал с очень вкусной едой. Также, поступив в эту частную школу, я почему-то ожидала увидеть вот эти шкафчики из американских сериалов, мультиков и комиксов. Шкафчиков там не было, как и банкетного зала. А я ведь так надеялась! Зато там можно было сыграть Татара, если вы сможете добраться живым до кассы, конечно. Какие же ожесточенные бои велись за черствые булочки и пластиковый чай. До сих пор страшно вспоминать. Теперь при виде огромной очереди или большого скопления людей я лучше ретируюсь. Давай лучше у меня потом посмотрим. А? Знаешь, я не так уж и хочу есть. Может, домой пойдем? Люда, зачем мы еще с тобой гулять пошли? Ты и так месяц из дома не выходила.